Всем привет! Самое время создавать новогоднее настроение, загадывать заветные желания и украшать елку. А какая елка без новогодних шаров? Елочные шары – старая добрая классика. И сейчас всевозможные сайты предлагают их по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Прежде чем приобретать елочные украшения, нужно решить, из какого материала они должны быть. Классические новогодние игрушки стеклянные. Шары из этого материала очень стильные, эффектные, красочно переливаются и производят мелодичный перезвон при столкновении, чем особенно зачаровывают маленьких детей и домашних питомцев. Этим они и опасны. Дети и кошки нередко разбивают такие игрушки. Хрупкость является главным недостатком стекла. При этом, разбивая стеклянные шары, оставляют множество мелких осколков, которыми можно порезаться. Потому для семей, где есть дети дошкольного возраста, а также домашние питомцы, лучше воздержаться от покупки стеклянных елочных игрушек. Пластмассовые игрушки на фоне стеклянных на порядок прочнее. Они спокойно выдерживают падение с елки. Также они доступнее, поскольку при производстве требуется меньше кропотливой ручной работы. Но и недостатки есть. Во-первых, у пластика нет таких отблесков и перезвона, как у стекла. А во-вторых, пластиковые игрушки нужно выбирать особенно тщательно, обращая внимание на сертификаты качества, чтобы быть уверенными, что при их производстве не использовались токсичные добавки. На сайте Wildberries набор елочных шаров сейчас можно приобрести со скидкой за 178 рублей. Диаметр новогодних украшений указан на главной фотографии товара. Шары на елку изготовлены из пластика, который не бьется и отличается долговечностью. Набор елочных игрушек в любом из представленных цветов можно использовать как в традиционном, так и в современном декоре. Блестящая поверхность шариков весело сверкает и переливается в огоньках гирлянды, создавая атмосферу новогоднего волшебства. Матовые шары смотрятся стильно и отлично сочетаются с зеленью хвойного дерева. Игрушки на елку продаются вместе с декоративными нитями, которые предварительно продеты в петли для подвешивания. Это позволяет наряжать новогоднее дерево, входящим в набор елочными украшениями, сразу после их извлечения из коробки. На сайте Озон набор елочных шаров сейчас продается со скидкой за 412 рублей. Раньше они стоили 1120 рублей. Диаметр 6 сантиметров, материал изготовления пластик. В наборе 12 штук. Есть выбор цвета. Шары продаются зеленого, золотого и серебристого цветов. На сайте Яндекс.Маркет набор елочных шаров сейчас можно купить со скидкой в 39% за 1690 рублей. Материал изготовления стекло, ручная роспись. Для росписи игрушек используются только высококачественные красители, которые не портятся и не тускнеют со временем. Игрушка сохраняет свой первозданный вид. Внутри каждая игрушка обрабатывается серебром. Диаметр стеклянных шаров завиток Ирена 8 сантиметров. В подарочной упаковке 3 штуки. На сайте Leroy Merlin елочные шары продаются поштучно, и вы сами можете собрать комплект. К примеру, вот такой шар с голубой мишурой сейчас можно приобрести за 90 рублей. Диаметр 8 сантиметров, изготовлен из пластика. А елочный шар цвета шампань с блестками за 66 рублей. Изготовлен из пластика, диаметр чуть менее 8 сантиметров. На сайте ДНС набор елочных шаров можно приобрести за 160 рублей. Размер 2,5 сантиметра. Материал изготовления – стекло. В набор входят шары розового, голубого и серебряного цветов. Помимо стеклянных и пластиковых, можно выбрать елочные игрушки из дерева и ткани. Они не самые распространенные, но тоже весьма интересны. Выглядят они очень уютно и по-домашнему. Маленькие дети от них тоже будут в восторге. От деревянных или связанных из той же шерсти украшений исходит природное тепло. К ним приятно прикасаться. И при этом они безопасны. Разбить сложный, риск пораниться низкий. Правда, цена таких игрушек кусается. Они дороже пластиковых и нередко сравнимы по стоимости со стеклянными шарами. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами.